Сегодня традиционно в рамках Международного дня соседей в ТРК Туймаада состоялась акция по консультированию граждан «День грамотного потребителя услуг ЖКХ». В прошлом году данная акция прошла на площади Орджоникидзе. Консультации получили 250 человек. В этом году специалисты также помогли гражданам разобраться в вопросах по работе УК и ТСЖ. Участники акции узнали о мерах социальной поддержки, об установке приборов учета, о проведении капремонта. Кроме того, они получили информацию об электронных услугах. У нас не все категории населения могут получить из интернета информацию, да, и всегда приветствуется личное общение. В этом смысле также должно дать какую-то основу для того, чтобы люди понимали о происходящих изменениях в жилищном законодательстве. Они произошли и в 2017 году, и еще предстоят вот с середины 2017 года. Они прежде всего связаны с тем, что направлены на увеличение прозрачности расчетов для населения, создание, открытие информационных технологий.